Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал. Рима, кухня, огород. Правильно, моя хорошая. Рима, кухня, огород. Сегодня я хочу вам показать, что я буду делать с цветной капустой. Я вот сейчас подошла к капустной грядке. Это вот у меня капуста поздняя. Здесь я сажала мегатон и агрессор. Вот они у меня потихонечку завязываются. Поздней капусты. Вот они. Готовы уже. Ну, вот они такие вот. Но мегатона вообще до 10 килограмм. До 10 килограмм вообще мегатон вырастает. Да. Да нет, она еще не 10 килограмм. Они вот такие красавицы завязываются. Но речь не при нее. Речь сегодня о цветной капусте. Я хочу показать, что я буду с ней делать, как я ее буду прикрывать. Потому что, когда начинает образовываться вот этот вот цветочный качанчик у цветной капусты, его надо прикрывать, затенять. Я покажу, как я это буду делать. Так вот цветная капуста. Ее надо притенять. Я вот делаю это таким образом. Как бы вот это собираю, пучочек, листья. Вот так вот. Привязываю просто веревочкой. Ай-яй. И вот у нас получился вот такой вот закрытый бутон. И сейчас я проделаю это со всеми цветными капустами. Вот, притянила, затенила я свои цветные капусты все. Вот они. В общем, их притеняют, чтобы головки были плотными, тугими, белыми. А если притенять не будешь, солнечные лучи, на свету капуста получается такая рыхлая. Поэтому надо обязательно ее притенять. Ну, вот один из способов, как притенять цветную капусту. Я вам показала. Завязывать, собирать листочки и завязывать. Ролик хочу закончить показом ежевики. Ежевика начала уже чернеть. Вот проглядываются кое-где черные ягодки. Ежевика, конечно, смотрится шикарно. Вот. Я уже повторюсь, ежевика, ей бы цены не было вообще окончательно, если бы она не была такой поздней спелой. Но все равно и поздняя ягодка тоже нужна. Она всегда бывает вот такой плодовитой. Ну вот, друзья, на этом я заканчиваю свой ролик. Пока-пока!